Водители часами простаивают в очередях у заправок Уральска. В городе уже месяц наблюдается дефицит автогаза. Такая ситуация сложилась из-за ремонта на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, говорят специалисты. Накануне Минэнерго направила в регион дополнительные 180 тонн топлива. Но и эта мера пока не решила проблему. При этом в области функционирует более 100 автогазозаправок. Население ежемесячно покупает от 4 до 4,5 тысяч тонн автогаза. Напомню, с 1 октября область на 100% закупает топливо у местной компании, но сейчас этим объемом приходится делиться с соседней областью. Еще одна причина – увеличение автомобилей на газе. Только в Уральске их более 20 тысяч. По Желазской трассе, там очереди 5-часовые. 5 часов стоять в очереди надо. И то есть может такое быть, что закончится, и ты просто так будешь в очереди стоять. Даже в этом, вчера вот, допустим, сколько в Зачаганск ездил, я 2 часа просто так простоял, закончился газ. Потом вот здесь на Октановской заправке тоже 2 часа простоял, закончился газ полностью. Напомню, с 1 по 25 октября Атырауский нефтеперерабатывающий завод закрылся на плановый ремонт. По этой причине регионы, отгружающие жиженый газ с завода, перенаправлены на другие предприятия. Проблему местные власти обещают устранить через несколько дней. Ремонты закончены. На данный момент производится пусконаладочные работы. Вот. И на следующий, до конца месяца, планируют отпуск жиженного газа для областей. У нас вот собственный объем, вот этот 4030 тонн, будет в области. А сейчас, на данный момент, Жайхмай отпускает и Западную Казахстану, и Атыраускую область.